Салют, друзья! На связи Сергей Корок, и сегодня для меня довольно значимый день, о котором я давно мечтал, так же, как и заняться YouTube-каналом. Это моя вторая мечта. Я хочу поставить перед собой цель сделать бренд полностью с нуля, без каких-либо связей, без каких-либо больших вложений. Смогу ли я это сделать? Все будет полностью зависеть от моих скиллов, которые я наработал за все время. Это реклама, это дизайн, это работа с леттерингом и каллиграфией, это фото, обработка, digital art и многое другое. Поэтому это будет круто, это будет интересно. И думаю, что эта тема вас тоже зарядит. Я очень давно хотел сделать какой-то продукт своего творчества, но в основном это были заказы, которые печатались уже не лично мною, и я их вживую практически не видел. Возможно, для кого-то это является тоже мечтой. В своем бренде я буду делать одежду, я буду делать кастом, я буду делать холсты и выдавать свой стиль. Посмотрим на все подводные камни, которые встретятся на моем пути. Все этапы, которые мне придется пройти от нуля, и посмотрим, докуда это приведет. Это будет в режиме лайфстайл-влога плюс творческий процесс. Мы будем работать совместно над какими-то идеями, мы будем делать стикер-паки, мы будем творить и создавать что-то интересное. Мы будем вместе искать поставщиков, которые будут заниматься реализацией моего товара. Мы будем заниматься рекламой и продвижением. Все это я буду показывать, как я это делаю и как я настраиваю, как я в принципе думаю, как я размышляю. И будем смотреть на успехи, которые в принципе будут нас ждать или нет. И будем вместе обсуждать мои успехи. Это сложный путь, который я обязательно должен попробовать. Получится или нет, я не знаю, но этим я хотел давным-давно заняться. Все, что у меня будет, это небольшая часть денег, которую я буду вкладывать в развитие своего продукта, и мои творческие скиллы, которые я накопил за всю свою жизнь. Посмотрим, получится ли у просто заряженного творческого парня сделать что-то интересное. Будем начинать. Приятного просмотра. Поехали!